В авангарде системы здравоохранения Ленинского городского округа несколько крупных лечебно-профилактических учреждений. Районная клиническая больница, перинатальный центр, стоматологическая поликлиника принимают и обслуживают жителей всех территорий муниципалитета. В ходе взаимодействия возникает немало вопросов, которые требуют общения в формате диалога. Наверняка есть какие-то вопросы, текущие вопросы, в том числе, что и по плановой помощи, и в амбулаторном звене, и в стационаре. Но есть уже у нас какие-то некие предварительные вопросы, наверняка будут еще и в прямом эфире. Постараемся на все вопросы ответить. Серия встреч руководителей лечебных учреждений округа с жителями муниципалитета началась с обсуждения вопросов, которые поступали в течение недели. Пациентов волновали самые разные темы, начиная с проведения профилактической работы с мигрантами и заканчивая выполнением высокотехнологических операций. Те уважаемые руководители так или иначе ведут диалог с гражданами муниципалитета. У нас есть группы, есть сайты, есть еще разные возможные источники, где можно, собственно, задать вопросы, получить быстрый ответ. Мы решили выйти еще вот на этот формат, посмотрим, как этот формат, собственно, будет работать. На встрече не обошли вниманием и такой волнующий всех вопрос, как нахождение в стационаре больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Маршрутизация таких пациенток четко отработана в перинатальном центре. Будущих мам везут в Сергиев Посад, Егорьевск и Балашиху. У нас ответственность за тех пациентов, которые лежат в учреждении, а их более 300. Поэтому мы должны друг другу помогать. И иногда пациентки, пытаясь скрыть, что они заболели, сбивают температуру и пытаются попасть. Жители активно задавали вопросы главным врачам ведущих лечебных учреждений городского округа. Их накопилось немало. Один из фаворитов – электронная запись к врачам. Доступность, сказал, что поликлиники к терапевтам есть, свободные ячейки – доступе есть свободные, то есть запись существует, потому что мы это ежедневно контролируем. У нас есть проблемы даже больше в некоторых амбулаториях, где к терапевтам невозможно попасть, потому что там население растет, а количество терапевтов недостаточно. Видновская стоматологическая поликлиника вот уже почти 30 лет располагается в здании на улице Школьная. Основная проблема – потребность в расширении этого лечебного учреждения. Мощность поликлиники рассчитана максимум 100-150 тысяч жителей, то, что мы можем охватить, а районы, город уже выросли и перевалило, по-моему, за 500 и дальше и так далее. Соответственно, из этого мы испытываем все трудности с записью, с обслуживанием населения. Такие встречи руководители лечебных учреждений с жителями планируется сделать регулярными и проводить на постоянной основе. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.